Приветствую вас, аноним. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Вот, спрашиваете вы про то, как избавиться от быстрой привязки к людям, в частности к мужчинам. Вообще, основная проблема заключается в том, что никакой такой вот более конкретной, более личной информации о себе вы не даете. Это, наверное, самая большая проблема. Вот, потому что можно дать какую угодно, наверное, максимально общий ответ на ваш вопрос, вот, который вы задаете, как раз таки, вот, и, ответить на него, вот, как-то вот, такой вот, в полной мере, да, в полной мере, в полной степени, наверное, не получится, потому что слишком мало информации о вас. Как избавиться от привязки к людям? Ну, во-первых, нужно понимать, что такое привязка к людям вообще. То есть, что из себя эта самая привязка к людям представляет, что это такое. Именно вот для вас, что это такое. Именно для вас, что такое привязка к людям. Именно вы как привязываетесь к людям. Вот именно вы, что имеете в виду под привязки к людям, что это такое для вас, опять же. Вот. И это, наверное, очень важный момент, который, ну, который нужно поисследовать, я бы так сказал бы. Привязка к людям, как правило, возникает из-за потребности. Из-за потребности людей. То есть вы в чем-то нуждаетесь, вы чего-то хотите от людей. И ключевой момент на самом деле в этом, что привязка к людям, как и привязка к мужчинам, это связано с вашими потребностями, с вашими желаниями, вот, с тем, что вы пытаетесь компенсировать, условно говоря, за счет вот этих самых вот других людей, которым у вас есть, ну, привязка. Ну, вот. Соответственно, для того, чтобы избавиться от этой самой привязки, необходимо в первую очередь увидеть, что такое, что представляет из себя ваши желания, ваши потребности, вот, что они из себя представляют. И, соответственно, как только вы поймете, что такое ваше желание,
Что это желание из себя представляет, да? Вот, ну, соответственно, сразу же ситуация будет гораздо лучше, гораздо понятнее, гораздо комфортнее вам будет и проще. Не сказать, конечно, что ситуация прямо резко изменится, потому что все-таки одного осознания желаний своих мало, одного осознавания, точнее, одного осознавания желаний мало. Нужно, чтобы вы еще и, ко всему прочему, хотели бы что-то изменить. Вот. Нужно, чтобы вы хотели что-то поменять. И когда, в конечном итоге, вами это будет сделано, вот тогда вы и сможете избавиться от привязки к людям. Ну вот, к той привязке, да, о которой вы говорите. Вот. Ну а пока, можно говорить, конечно, только о том, что вы плохо разбираете достаточно в своих чувствах. То есть недостаточно хорошо разбираете в своих чувствах для того, чтобы не подать в зависимость от людей. И в какой-то степени это связано как раз таки с тем, что вы пытаетесь избавиться от привычек, от привязок. Один из моментов связан с этим. То есть вы не спрашиваете, например, как получается, что у меня есть привязка к людям, появляется привязка к людям. Вот. В особенности к мужчинам. Вы ставите вопрос так, как мне избавиться? Вот. Ну, избавиться это такое вот достаточно рэкетное чувство, да? То есть вот именно избавиться. А по-хорошему нужно это имплементировать, вот, интегрировать в вашу, можно так сказать, психологическую реальность, вот, и, соответственно, стать более такой, вот, разносторонней, более целостной, более, может быть, естественный, вот, ну, для себя, я имею в виду, для себя, конечно, вот, и тогда у вас, в общем-то, проблем будут меньше, вот, ну, а тут нужно учитывать еще такой, в принципе, нюанс, такой аспект здесь, на мой взгляд, нужно учитывать, вот, что вполне может быть, такая ситуация, что вот эта вот ваша привязка, как вы говорите,
ну, имеет под собой, ну, такую, несколько вообще совсем другую природу, да, несколько другую природу, чем вот то, что вам кажется. То есть вот вам, вот вам, грубо говоря, вам может сказаться, что проблема заключается в привязке к людям. Вам может казаться так. А на самом деле проблема может быть там совсем другом. Вот, например. Да, проблема может быть там в ваших страхах, проблема может быть в ваших переживаниях, проблема может быть в вашем негативном опыте, вот, проблема может быть в конфликтах каких-то вот, ну, ваших внутриличностных конфликтах, вот. Нельзя этот момент, на мой взгляд, значит, полностью сбрасывать со счетов. Вот. Потому что это вполне реально, это может быть, это реально. Вот, к сожалению. Поэтому я обращаю как раз таки ваше внимание на данный, вот на данный момент, на данный аспект ситуации. Вот. И хочу, чтобы вы как бы учитывали это. То есть, чтобы вы имели в виду тот факт, что избавляться от своих привязок, которые вы, ну, называете вот привязками, да, не нужно. Именно избавляться от привязок не нужно. Вот. А учиться, значит, учиться интегрировать, вот эти вот самые желания, лежащие в основе ваших потребностей, да? Это вполне себе можно, вполне себе нужно, вот, это полезно делать, то есть вот, ну, вам это полезно будет делать, вот, ну, а, как бы сказать, практическая польза от подобных, значит, изменений в вашем поведении, я полагаю, что практическую пользу достаточно сложно переоценить, да, вот, то есть, ну, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, вам, вот, можно смотреть в сторону психотерапии, да, в сторону психотерапии. Вот. Решать, конечно, это все вам, я надеюсь, что вы примете максимально корректное решение для себя, да, я надеюсь, что вы выберете полезный для себя, полезный для себя путь, вот, и сможете решить свои трудности. Вот. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ на ваш вопрос. Я надеюсь, вы конкретизируете свой запрос. Вот. И поработайте с ним. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена.